Короче, Дмитрий говорит, что ты либо едешь вперед, либо фармишься. Ну или что-то типа хотели Я, интереснее блядь, получить. я не собираюсь в это говно играть, блядь. Типа, я заказываю Т-35, потому что у меня другого нет. Я просто, у меня нет вариантов. Противник заказывает Panzer 4F2. Где справедливость, блядь? Чем он нахуй лучше меня? Где он круче сыграл в этом бою? То, что он смог заказать Panzer 4, а я всего лишь Т-35. Знаешь где? Потому что он, блядь, задрот ебаный без личной жизни, которого, блядь, ничего не интересует, скорее всего, еще и школьник на каникулах, который ничем хорошим не хочет заняться, только в игры играет. Сейчас обидно. Да. И, блядь, вместо того, чтобы, я не знаю, поразвивать какие-то свои таланты, он берет и просто дрочит день и ночь в эту игру. Я такой, теперь я буду тебя нагибать, потому что я больше в нее задротил. А вот Господи. выйти я, блядь, не знаю, в ропс раз на раз, а он такой, ой, блядь, а почему это у тебя такие же танки, как и у меня? Я ж задрот. А потому что, блядь, и чё, что ты задрот? Ты либо красиво используешь то, что у тебя есть, либо, я не знаю, копи дальше на какой-то более Такая, классный танк. неплохая позиция. Сделали игру для задротов и олигархов. Ну да. А как быть обычным смертным? Нахуй пойти? Блин, в смысле, ты не донатишь, ты идешь нахуй. Логично. Кстати, у Я меня на лучше стриме буду. так же. А? На? Чё куришь? Ничего. Чё у тебя так же? Не важно. Ладно, говори. Этот стрим чисто по арене? Это да. Мне тебя Наверное. жаль. Я Какое у реально... меня ехать вперед, у меня сильнее желание. Я больше не вы... Я больше Танк одного понятие босса не вытащу. абстрактное. А ехать вперед это понятие сиюминутной жажды крови. Опять эта карта, и опять я здесь. И почему я опять здесь? В смысле, ты ж можешь выбирать где ты. О, Блин, я поеду опять. на холм, все. О, так мы рядом, мы будем вместе. Что, стать Твайсом? Да. Ну, хотя Твикс, бы не для в тебя и одного. товарища. А. Тут уже какие-то пулеметные гну... А, это наш. Турдум, 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 турдум. Я лучше сейчас пойду, скачаю вторую пушку-луку из пустыни, наслажусь этой музыкой с приятным геймплеем. А не это вот. Ну потому что это не игра, это блять, это аншлаг. В смысле, это как это? А, это инженеры. Блин, а Нет. как отменить наметку на окоп? Я передумал там окоп делать. Ну просто прикажи юнитам делать что-нибудь другое. Так я делаю. Ну, типа, наметка остается. Хз. Начать марш-бросок. Марс-бросок. Да. Герберта Уэллса перечитался. Кого? О, ну, не важно. Я книги не читаю вообще. Ну, блядь, ну классиков-то знать, при чем тут читаю, не читаю. Кого? Не знаю никаких классиков. Ой, блядь. Вот так в один присест мы захватили эту территорию. Я уже не знаю, мне на первый эшелон что, полковушку что ли поставить себе? Бери, блядь, максимально жесткое. Это главное правило. Ну так тут Блин, надо... блядь, от тебя по мне кто-то стреляет. Говно. Как это от О, меня? пацан дал возврат на какую-то технику. Интересно. О, я буду тут по диагонали стоять и прикрывать союзника. Это будет здорово. Я считаю. Ты меня прикрываешь, у тебя же этот самый как гаубица. А, вон, у тебя там стоят две пушки, сейчас я их Ну вынесу. да. Они Сейчас меня одна у меня. обстреливают вообще-то. Я вызвал Пехотинца этот... убили. Я вызвал самолет, сейчас она помрет. Умри. Чего? Ах ты шлюха, медик! Так, нахер. Медик утаскивает раненого. Неприятно. Да ладно, мои подохли. Можно не так медленно ехать? Он тоже в дефишель сидит. Походу, да. И минометр накрыл.
Давай. Блин, ну его там уже давно нет. Блин, взял просто всех своих... Сука. Ну, ты штурмовать будешь сегодня или нет? Ты кого? Тебе, блядь, хуль ты сидишь? Я пытался поштурмовать. Ну, блядь, там... пытайся дальше. Чё тебе штурмовать нечем? У тебя пехота есть. Блядь, делай поддержку. Нахуй ты, блядь, за артиллериста встал, если у тебя поддержки нету. Артиллерист — это синоним поддержки. На первом эшелоне у меня никакой поддержки. Ну так а нахуй, блядь, выпили, сиди. Чё ты, блядь, без поддержки? О, мило. Сука, сказать то, что ты преграду видишь. Обожаю нахуй эту систему. Когда он целится, ну сквозь дом. И никаких тебе точек, ни ничего. Не. Просто что-то лишнее убрал, и теперь у меня эти линии не показываются. Вообще ни в какую. Что это еще такое? А, обосраться. Да. Хорошо, актерская игра, да. До свидания. В смысле? Бы о чем? О, привет. Как это насчет сдохнуть? Блять, ты что-нибудь делать будешь или нет? Чем ты занят? О, да, блять, в смысле они все выжили. Да я ж прямым вас дал фугасом, алло. Да я знаю, я им прямым фугасом дал. Ну там типа двое сдохло, остальные, ну типа. Остальные, ну как-то. Блять, ёбаный миномет, слышь, блять, ты что-то делать будешь сегодня или нет? Нахуй ты, блять, живешь за артиллериста, если ты сидишь, нихуя не делаешь. Ты можешь свой первый эшелон как-то реализовать? Или он у тебя по приколу, чтобы потом до второго досидеть? Ну, примерно такое. Ну так и иди нахер! Сделай, блядь, по-человечески! Приготовьтесь перейти в атаку. Я и хочу. Ну так, блядь, и делай! Моя пушка не хочет стрелять, придется вручное управление. Блять, а ты можешь что-то поинтереснее ебаной пушки привести? Нет, у меня ничего. Ну так иди нахуй тогда, чё ты играешь за это? Я играю. На. Башню? Стрелок новобранец. Доступен второй эшелон. О, угу. Уже получше. Так. Блять, бронебойщики! Пиздак мэни. Пиздак мэни. Там динамит кидают. Его убили. Это был сапер, кстати. Мило. Ну так и рванул. Забавно. Господи, сколько этот Т-35 живет уже? Приказ. Набивай опыт. Отмеченную позицию. Ща. Блин, там миномет так не очень удобно живет, прям вот сзади. Блять, сколько можно по тебе стрелять, чтобы ты помер? Точнее, сколько нужно. Поперли. Ну чё, наступать будешь или нет? Тут уже мой танк к тебе приехал. Сейчас наступаю, у меня как раз арта подкатилась. Вот тебе танк, вот тебе флаг, пиздуй. Флаг в руки и вперед. Блин, по мне уже накидывает арта пристрелкой. Пробитие — это не арта. Ну, напоследок... Кстати, спокойно гранатометчики на первом эшелоне бегали, вот только что. Ну, не только что, вот когда еще был первый эшелон. Следовал и купил. У меня таких удовольствий пока нету. Блять, ну ты можешь штурмовать, где твой штурм, нахуй? Как я буду штурмовать, там дофига пулеметчика сидит. Ну так расстреляй их к ебеням! Я и начинаю расстреливать их. Блять, у тебя что? Ну да, конечно, у тебя нет танков. Давай, блять, пристреливайся, вечность. Охуеть. Тут, блять, никто, кроме танкистов, штурмовать не может. У них просто нету для этого ресурсов. Ну, ты, блять, сидишь за каких-то дрочил. Какая польза от тебя? Что ты мне предлагаешь? Если сделать? Ты даже напряжение не можешь создать, перейти за ебучих танкистов. Так
у меня там ничего не исследовано. Ну так а нахуй ты это исследуешь? Изначально я играл за танкистов. Ну смотри, я сейчас тут одним танком их ебу. Молодец. Хоть пехотой поддержи. Пехоту надо сейчас подвести, кстати, точняк. Да ладно, прикинь, ее нужно подводить. Потому что ее перестреляли. Ну так нужно ее бездарно не сливать. Там мне так просто нечего. Я, блять, выполнил. Выполнил. Молодец. Охуенно. Так, понял. Зашибись, меня арту уничтожили. Откуда, интересно? Что это такое там стреляет по мне? Ты кто? Сука. Выебей ее, сделай хоть какую-то пользу. Чем? Мне нечем. Ты еблан, что ли? Не, мне серьезно. Есть грань твоей бесполезности вообще? Сам выбил. Потому что мне арту взъебнули. Ну, блять, вот ты инвалид, конечно. Классный полк. Весь потенциал которого выебивается одним метким попаданием арты. Получай миномет гранату. Ауч. Ладно, справедливо. Открыл арту или не смог? Блин, да посмотри, я тут, сука, один тут все затащил. Тащи. Ну так как насчет помочь мне? Я не, блять, я не бесконечный, между прочим. Арта и автоматчики. Блять, ПТРСники, куча ПТРСников. О, да, вот это. Ауч. О, автоматчики тут в тему. Ай, только на гранат не подрывись. Миномет. Угу, все. Господи. Так, отлично, мы прорвали краешек. Мы прорвали им крайнюю плоть. Мне нужны еще. О, да. Как же классно настреливает моя пушка. А что, у меня их больше нету. Нахуй. У них один. Да, у них один артиллерист. Надо молиться, чтобы у него было мало арты. Че этот чмошник делает? Это кто? Это минеры. Бля, они мины пытаются закладывать. Окапуйся, блядь, не сиди просто так. Это ли арта? Сейчас проверим. А там, по идее, еще должны боты сидеть. Брат, братан, братишка, когда ты в атаку перейдешь? Уже бегу. Окапуйся. Окапуйся, все, закрепляйся тут, не беги бесконечно. Ты уже потерял фронт. Тут нужно подтянуть. У нас косой фронт. Это неприятно. Ебать, у нас походу тут около моей арты взрывают всех. Это кто? Нам что, по тылам прошлись, что ли? Это что такое? Да, по палазы. Кино, респект, скрыли Т-40. Справа поперлись. Хули они такие быстрые? Повезло. Пососай. Ну бас. А там он уже пришел. Да поглотай со своими приказами, как ты задолбала уже. Ну, нам как раз таки туда и надо, кстати. Ну да. Тут я согласен. Ну, у меня есть еще. Во, у меня полковые есть. Отлично. У него есть еще там что-то. Миномет. Мальчиков положили. Тебе а что-то метят. Он минирует, лол, он минирует тут. Падла, пехоты у меня нету. В смысле, что, открытую территорию минирует? Он что, чё? Он вот тут вот минирует одним солдатом. Что? А как он не светится? В смысле? Блин, там наступление идет. Чувак, ты видел это? Он только что здесь минировал, я подошел, здесь никого нету. Ну, блять, ну и отвалит, блять, нам фронт срезают, забей на эти ебаные мины, нам фронт только что срезали. Если нравится то, что тебе взрывают технику на респи, то ладно. Блять, фронт срезали, алло. Я его расширяю до точки захвата. Чего, блять, нам тут срезали, нахуй мне твоя точка захвата. Нам целый кусок отрезали, огроменный. Ты мне про свои точки захвата. Да поглотай. Да ёб твою мать. Ну спасибо.
прикрыл. Где твоя пехота? У меня, блядь, пехоты больше, чем у тебя, это нормально? Это что за выстрел будет? О, блин, понял, понял. Ой, да, правда что ли? Внезапно. Вот, блядь, почему ты такую не сделал? Чем ты, блядь, был занят? Я уже не помню. Говном ты был, блядь, как я ненавижу этих чмырей. А ну-ка, сука, ты... бросают свои гранаты не пойми куда. Надеюсь. Атака завершена. Да, блядь, не нервируй, воюешь с идиотами нахуй, ничего не могут. Это мои, копайся. Слышь, где твоя арта? А, ну понятно, заебись четко. Мы себе взорвали, что ли, опять? Мне танк, блядь, из-за тебя взорвали. Из-за меня, серьезно? Да, у тебя фронт дырявый. Я искал тех, кто здесь минирует. Ну, блядь, а почему они прошли? Дай угадаю, потому что фронт, блядь, дырявый. Они... Нет, тут прикол в том, что они появляются и исчезают. Господи, блядь. Сука, под прямым управлением сказал, сюда кинь. Он такой, говно вопрос. Вылазят, кидают сюда. Нахуй так жить. Сука, блядь, я тебя ненавижу. Ты можешь хоть, блядь, нормально, хоть немного воевать? У тебя есть хоть что-нибудь адекватное? Что не убьют через 3 минуты? Да, 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 пососал. Мне же впадло. Мы там скоро выиграем? Не скоро. У меня пехота почти кончилась. Где твои войска? Где твои войска? Посмотрим. Почему, блядь, здесь никого? Почему здесь, кроме моих танкистов, нет никого? Моих убили. Ну так, блять, закажи новых, ты слепой? Чем ты занимаешься? Блять, у меня только что третий эшелон открылся. Я и заказываю. Там еще пехота пошла. Куда, блять, медик, педик? А ну иди сюда. Блять, да сколько можно жить, медики? У них хп ебейшее количество. Они просто не умирают. Господи, да сдохни ты уже. Ну? Почему я не вижу, что ты продвигаешься? Чё они тут сидят? Я второй отряд жду, я сразу двумя пойду. Ты вообще видишь, что тут мой танк? Вижу. Тебе это ничего не говорит? Я говорю, сейчас второй отряд придет, я буду... Нахуя, блядь, тут мой танк? И? Хуи! Ты не думал, что под прикрытием танка в целом неплохо продвигаться можно? Есть. Ну так давай. А ну так давай! Там, кстати, дед броневик катался. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, как хорошо врага перебило. Хоть что-то приятное. О, понял. Да не, нормально. Гранатой. Чё там? Да, тебе всех перебили, что ли? Красиво. Нет, мне никого не перебили. А, да? Я все живы. У них там просто, видишь, траншеи, вот надо их. А как по мне, у тебя тут уже половины нету. Нет, у меня только... Нет, у меня все же... А, одного убили. Ну ладно, одного так одного. Сейчас попробую дымовые и гранатами их закидать. Так кто стреляет-то? Господи, ты их не видишь, что ли? А, там ты... еще траншея. Блин, кто дым кинул? Я откинул, чтобы гранатами закидать. Ну теперь я не могу по ним пушками стрелять. А, я вряд ли попаду. Ну давай, бросайся. Ну они все равно их не видят, так что окей. Раз.
Два... Хотя танковые еще кидать. Твои кончились. Выжили, они отлетели. А, нет, они просто не светятся, ну ладно. Они отлетели, но выжили, серьезно, да? Да, не, они не могли выжить. Они отлетели, потом встали и пошли обратно. О. Так, я сжал прорыв. ЧСВ явно. Нет, просто я не понимаю, нахуй он играет, если у него ничего нету. Типа пушки неэффективны, как бы практика показывает. Больше ничем похвастаться он не может. Он такие, где и что. Дальше траншея безбрежно. Все, заходи. Ёб твою мать, блять! Классно. Ну да, да, да. Круговая оборона, да, моя задача, конечно. Мог бы вторым отрядом по периметру по одному бойцу расставиться и в одиночные окопы посажать. Я траншеи выбивал ему. Ну так, блядь, чё перед этим расставить бойцов трудно? Через shift. А через shift он что делает? Ты, скажи, ты умственно отсталый? А, последовательность, типа? Да. Ну все, теперь я могу только легкие танки тебе бросать в подмогу. Что-то, чтобы не убивалась пехота издалека. Я еще автоматически. У меня же тут в обрез говна. Так-то. Ну смотри сам, сколько, насколько мы прорвались. Ну да. Ты тут психуешь, а мы прорываемся. Так, ой. Здрасте. Ой. Да ничего, это просто автомобиль. Он их убил. А даже не повредил, прикинь. Еще один. Нет, там один вижу просто. Ох, ух. Только один мой боец потерялся. Где второй отряд? Он тут. Кстати, еще эти броневики ничейные сейчас. Блин, они сжимают кольцо. Печально. Недостаточно кого для захвата пушки, понятно. Понятно. Автоматчики. Согласен, бегут. Понятно. Автоматчики побежали вражеские. Сволочь. О, автоматчик. Класс. У меня есть пацаны с пистолетами, если что. Ну, миномет-то я ему, пожалуй, уничтожил. Убить. Sony Lost, ненавижу ебаные волки широкой на широкой. Я не помню, я не понимаю, что это. Это ты о чем? Пехота закончилась. Да господи! Тупое говно, тупое говно. Еще автоматчик, понял. А я танком сюда еду сейчас. Я автоматчиком своими. Гранаты кидать? Кидай, ну, блядь, делай, что хочешь. А, ну да, фугасное воздействие для лохов, согласен. Он тем же отвечает. Вижу. Блядь, ну убегайте! Блин, минус танк. Не тупят. Они жестко тупят. О, жестко. Вот благодаря кому мы сейчас тут не пососали в момент. Вот это я... Блять, да куда ты черту гранату кидаешь? Конч, блять. Сука! Он свои позиции только в ограниченное направление умеет кидать. Он не может на 360 развернуться. Ну, блин. Инвалид на идиоте. Красиво, приятно. Мотоцикл. Уже нет мотоцикла. Но, по крайней мере, по очкам мы лидируем. Да мне можно похуй по очкам, я должен его выебать, а не по очкам выиграть. Нахуй мне эти очки. Гранат. Осторожно! Все нормально. Нормально. Тут слишком много моих. Ну вообще тут и мои. Ну да. Прикинь моих автоматчиков. А это кто? А это твои. Не хочется, конечно, прям на холмик вставать. Опять миномет. Да сколько? Откуда столько? Ща. Ах ты чмо. Да сейчас умрет уже. Лови фашист гранату. Вообще а там русский, скорее всего. С бронебойным. О, красиво, хорошо. Вот тут пехоты, кстати, в арене управлять легче. Опа, опа, арта. Да давай.
Ахтун Артилейшн. Бля, гранатометчик. Ауч. Или не гранатометчик. Сложно сказать, что это. Где у него она? Вон она. Лови еще. Если убью ему арту, будет вообще шикарно. Я, наверное, к нам вот сюда, у нас пока здесь есть позиция, я ХПТ орудие подтащу на защиту. Давай, тащи там, что хочешь. Так, а у меня инженер остался. Во, нормально. Я им колючую проволоку здесь не тяну, хера не пройдут. Да ёб твою мать, чертовы бронебойщики! Не просто взяли и в упор убили автоматчика моего. Классно. Чё, бронебойщики такие жесткие стали? Да хуй их знает. О, так, я смог пробиться. Хорошо. Ну и... Или не смог. Туда же. Стрелки немного. Противотанковая, противопехотная мина? Какая мина? Откуда здесь мина? Противопехотная. А откуда она там? А, это же он пытался разминировать. Я могу ее разминировать? Могу. О, стоять! А я ж могу делать вот так. А, ну да, это неэффективно, логично. Я, короче, возвожу колючую проволоку. Ага. Господи, как приятно, когда на двух автоматчиках противник теряет целый отряд. Так приятно. Не только здесь. Все, успокоился. Я? Да. Ну, я начал их немножко ебать, так что да. Знаешь, хорошие ёбки спасают. Нас тут... Мамочки! Мамочки! Арту могут убить. Не могут убить арту. Вот это да! Арта агу? Блин, вот это кишка! Сжимаем сфинктер обратно. Да он раздолбанный уже немного. Проблемный это. Вот правый фланг самый, мне кажется, ужасный. Блин, тут мои бойцы до сих пор лежат. Вот я двух бойцов тут оставил в обороне, они до сих пор тут ебут всех. Че, это так сложно? Это так сложно кому-то еще так сделать? Fuck anyone? Нет, не fuck anyone. Блин, конч. Обожаю их. Обожаю этих коней. Ох, мамочки! Что такое? Понял, принял. Обработал. Ротиком. Отбить-то и нечем. По нам еще минометом или артой гасит. Это арта. Гасит артой. Ой, как хорошо-то! Блин, я не знаю, откуда у него столько... Взорвали. Да на артой, да, артой долбит. Он по этой позиции долбит артой, причем очень жестко. У меня еще есть, конечно, 22, но мне кажется, от этого нет никакого смысла вот так. Я у них сейчас заберу броневик. Забирай хоть их девственность, лишь бы это было нам на руку. Ну да, вот пулеметами. Приказ получен. Прикольно. Поехали. Слушай, у меня тут как бы танк стоит. Не хочешь его использовать для продвижения? У меня только стрелки. Ну, попробуй. Ну и чё? Плохо что ли? Ну так ты предлагаешь, поехали. Ну так, блять, ты видишь, что там танк? Говорит такой, бля, братан, а давай его используем. Я занят был прикрытием. Распредели вот тут пяток бойцов. О, бронебойщик. Были. Вот сюда кинь бойца. Ну чтобы, блин, фронт подтянуть. Опа, там ПТ орудие стоит вдалеке, отъезжай. Понял. Прикол? А, бегом. Давай. Только фронт не тянется, ты слишком далеко от него отбежал, нужно его потихонечку. А это просто артиллеристы, они не могут захватывать. В смысле артиллеристы? Так это же стрелки. Нет, ну, написано артиллеристы. Блин, ладно. Давай, сейчас, ты, короче, прикрывай, я сейчас автоматчиком тут побегаю. Что это у него там у нас? А, легкое орудие, могу взлепить. Ты прикрывай, я сейчас автоматчиком побегаю, окей, слышь? Да, ну вот, стрелками, точнее, артиллеристами по мере возможностей. У тебя ПТ-орудие стоит без дела. Блин, прибили гады. Я его подвозил, что оно тут.
Так, но в целом кишку мы знатную вырыли. Да ты посмотри по очкам-то, мы нормально так тащим. Да, вот только у меня три танка, и я могу заказать одного пехотинца в резерв... ну, из резерва. Если ты не будешь орать во время боя на меня, ты не будешь тащить. Как это закономерность. В прошлые бои ты так и всех сидел. Нет, просто ты, блядь, не начинаешь воевать, пока я не, на тебя не наору. Я ничего, я тактику не менял. У меня только одно ПТ-орудие осталось для заказа. Mm. Два, допустим, два. Нет, три даже. Но смысла в этом нет никакого. Где мы спижены у них? Ну так езжай. Господи, он застрял. Лёва, блин, да мне. Сука, да сожри ты эту кишку угловую. Все, молодцы. Там до хрен... А. Ну-ка, могу ли я у них миномет забрать? В принципе, да, могу. Вполне. Артиллеристы должны же... Вот они. Все, минометчиком попробуем. Ротиком и минометиком. Еще пару артиллеристов. Может, где-нибудь в тылу? Нет. Нет, а у всех. Ой, отъезжай. Угу. Может, контрбатарейный по ДИС-3? Ща-ща-ща, да откуда они, блять? О. А, по ДИС-3. Огонь. У меня две пуковые. Да откуда они меня видят-то? Подсвечивают. А, там же засвет этот, тупая лампочка. О, поперлись. Блять, центральная, ты не хочешь продвинуться? Ну ты же не видишь никого, ну так и атакуй. Ну тут же никого, блять, нету. Ну прощупывать же нужно, господи. Ну будет вот, я просто взял на халяву, срезал область. Ну чё? Ой, тупит мой броневик, тупит. Ну да, по мне стреляют, и хуй. Хуй бы с ним. Ну ясно, понятно, да. Да не надо, сам-то миномет, просто уйди оттуда. А, дураки. Бля, нас откинули. Да я вижу. Меня автоматчики рашат, они просто меня выносят. Сколько у них автоматчиков? Ну, кстати, у меня есть небольшой резерв автоматчиков неиспользованных. Загнулся. А, не, у меня... Мне, короче, осталось 10 танкистов и то, что сейчас на поле боя. У меня вообще ничего не осталось, только тут... А, нет, еще две пушки и 16-й. Угу. Где у него там пушка стояла, напомните мне? Увижу, убью. Опять ПТРС. Да свали! Как... Пробитие. Он сейчас сам себя... Так, а это еще что такое? Ой, у меня тут пяток этих чуваков. Идите его убейте. Вылезьте и убейте. Да хоть гранатой, ну. Противник в тылу. Что, опять что ли? Не знаю. Да какого члена? А, это у него полковая, на лови. У них казни такого не должно быть. О, еще один раш автоматчиками, а мне защищаться нечему. Блин, а я своих автоматчиков на другой фланг послал. Нет, вообще-то они здесь. Зачем ты начал капут? Они тебе сейчас закидают гранат. А. Я думал, я успею. Ну тут окопы же очень быстро делаются. А он не контролил, но все в одного стрелял. Итого 2500 опыта. Нормально. А, блять, 1700, с этим было бы 2600. 2000 серебра, 100 свободки, и еще 5000 серебра. Итого 13 тысяч. Неплохо. Так, педрилы, теперь если я сейчас не покупаю КВ, я нахер отсюда ухожу. 4 опыта. И 4 опыта не хватает? Да. Так, а я вообще много чего могу исследовать. О, мне 100 свободки дали. А вот, кстати, а могу ли я сюда куда-нибудь воткнуть миномет? М? Могу вместо авиаудара, но блин. Вместо авиаудара, я даже не знаю. Что пизже, миномет или авиаудар? Пизже нас пиздит. Вот я просто не знаю, заменить бы. У меня первый эшелон состоит из шлака. Будто только у тебя. ЗИС-3, давайте исследовать. Да. Дальше идет ЗИС-2. Вот
это тоже лучше. Нет, не буду. Здесь 3. Слушай, можно ее воткнуть в первый? Нельзя, а во второй? Куда можно купить КВ? Можно. Сколько он стоит? 27 тысяч? Хорошо, что у меня 30. Короче, КВ-1 стоит 27 тысяч. Нихера себе. Как же много. Так, что я сюда могу купить? О, я могу авиаудар или миномет купить. Звучит заманчиво. Что мне больше надо? Все, поменял. Блин, а миномет вообще эффективен? Ну, если... Да, в принципе, да. Особенно, если это первый эшелон. Нет, второй. Ну, а в первый тоже можно. В первый у меня места нет. Я вот думаю, может быть, взять... Так, ну я типа как-то затарился. Это самый легкий, я могу взять чуть-чуть подороже. Второй на прокачку. Господи, что у меня там за сообщение в Дискорде?